сегодня хочу коснуться одной очень такой актуальной темы. Сегодня наши великие учителя провозгласили день молитвы из опасности принятия закона в призыве Бнейшивот в армию. Хочу уже коснуться этой темы, потому что лично просто разобраться в этом немножко. Я позволю себе сказать очень резкое слово. Был такой очень большой негодяй, великий, сейчас негодяев тогда еще были вообще в мире, звали Геббельс. Он был министр пропаганды германского рейха. Он говорил, что если ложь повторишь ее 101 раз, то она станет правдой. Есть яд, который зло буквально сеет вокруг нас. И, к сожалению, это то есть у зла есть один источник. И Геббельс был проявлением этого зла. Но это зло меняется в каждом поколении по-своему, проявляется по-разному. Но это идея, что если ложь повторяется 100 раз, то она воспринимается как истина, она была хорошо очень усвоена. Если мы немножко это дело вдумаемся, это корень этого начался не сейчас, не 100 лет назад, не 70 лет тому назад. Если мы немножко считаем в Раши, однако Паршат Брейшис, то чем соблазнил змей Адама и Хаву? Тем, что он соврал им. Он от Ишемра оклеветал Всевышнего. Если мы глянем дальше, то один из их постоянных, так сказать, приемов зла в мире – это оклеветать праведников. Глянем просто сейчас на жену Потифара и так далее. Скоро мы сейчас перед между Ханукой и Пуримом. Известно, там было послание Амана, которое послал Ахашверошу о великих недостатках еврейских евреев. Мы знаем в современном мире понятие кровавый навет, протоколы сионских мудрецов. Люди, знающие еврейскую историю, все это хорошо знают. Это все, понимаете, это та самая клевета змея, она перевоплощается в каждом поколении, так сказать, по-своему. И сейчас атмосфера не только Святой Земли, но это яд, который распространился по всему миру. Висит в воздухе, и мы его дышим. Яд называется «Шевьон Бенетель». Что такое Шевьон Бенетель? Это значит, что есть кто-то, который несет на себя груз и вес, а есть бездельники, которые этого не делают. И это действительно, сказать, нет больше лжи, чем это. И я вещь немножко просто объясню. Мы народ, знаете, как люди вообще неверующие, не знаю, что такое Тора. Я сейчас о них не говорю. Но когда эти слова произносятся и слушаются, человек, который хотя бы теоретически верит в Тору, Тору Всевышнего, это вещь, которая абсолютно абсурдна. Все мы хорошо знаем, как живет сегодня не религиозный, не еврейский мир. Чем он занимается, что тратит время и так далее. Есть люди, их немного, которые посвятили себя чему? Занятию Торой с утра до ночи. И даже, я бы сказал так, бездельники, кстати, не в кавычках, учатся гораздо больше, чем студенты университетов.
Я был студент, обязательно, как учится студент. И чем они занимаются? Они изучают Тору Всевышнего. Они придут, они готовят себя. И передать, быть еще одним звеном цепочки передачи поколения следующему поколению. Ради этой Торы был создан мир, как говорит Раши. Ради этой Торы нам была святая земля. И ради этого, то есть, в силу Торы мы достаем все благословения, и мы, и наш народ, и реально по силу этого, и весь мир. И весь мир. Вот именно тот, кто занимается особенно самым важным в смысле абсолютным, он называется бездельником и тунец. Понимаете, заниматься древнекитайской философией называется делать науку. Для этого надо получать гранты, большие стипендии, финансирование и т.п. Вот заниматься святой мудростью нашего народа, это называется быть бездельником. Просто почувствуйте слова Геббельса. Ведь что называется 100 раз, она сама воспринимается. И это все не вещь не новая. Вещь очень старая. Это оклеветать, опозорить, принизить кого-то, честь того, что надо ценить и почитать. Это все, надо вещь про это вещь знать. Это старые приемы дурного начала, старые приемы зла, принизить то, что достойно, и возвысить то, что недостойно. Наша основная проблема для самих себя, чтобы истинные ценности были на должной высоте, а неистинные были тоже на должной высоте, сколько полагается. О. И тут еще коснуться то, что касается нас. Это вещь очень принципиальная. Одно из основных, так сказать, знаете, чего они хотят, я очень хорошо понимаю. Они не хотят нас в армии. Мы им совершенно не нужны. Они хотят нас, чтобы не были виши. Это же не хотят. И они хотят выбить из работников из учебы, потому что они прекрасно понимают. И они, и тот их послал, так сказать, имею в виду сатану. Они прекрасно понимают, что пока у нас есть Тора, то мы здесь не поколебим. Который отрывает от Торы, отрывает от своих источников, то мы теряем все свои силы. Как известно, то, что сказал Раби Акива в конце Масехет Брахот, что ему предложили из постановления римлян прекратить передавать Тору, он сказал, что если мы находимся в том месте, где находится наша жизненная сила в воде, в Торе, то у нас есть такие бедствия, то что будет с ними, мы их оставим. Поэтому, что хотят силы зла, которые поставят испытания нам, это испытать нас, приверженными Торе, и хотят, безусловно, подорвать наше знание Торы, потому что знаете, наше знание Торы – это наша основная сила против сил зла. Это знал, знаете, кто? Это знал Голиаф. Он тоже приводится, он тогда, когда он искал себе с кем кого-то, чтобы выйти, вышел с ним на поединок. Он выходил и позорил лагерь Израиля утром и вечером. И я даже мудрецы, почему именно утром и вечером, в то время, когда было время Криат Шма, утреннее и вечернее, Он вызывал это тогда, чтобы помешать говорить Криат Шма. Знаете, силы зла знают, где источник наш жизненный источник. Они знают, откуда потекают наши силы. И именно эти корни нашей силы, они хотят подорвать всеми силами. Это одна вещь. И у этого есть тут несколько проявление. Одна из них – это поражение Кавода Тора. То есть сама идея, что тот занимается Торой,
он бездельник, и он не несет на себе никакой нож общественный. Это в первую очередь, это сами разговоры об этом, просто что у человека возникает такая вообще идея, может быть, они правы, а может, надо взвесить, может, можно как-то все-таки немножко и то, и другое, а может быть, сказать, хотя бы на каникулах найти какое-то, ну, как-то вроде все так, почему мы должны быть иначе. Все это, все эти вот мысли, которые возникают у некоторых людей, это все исходит из одной вещи. У нас они хотят поразить, и поразили, они уже поразили. Это понятие Квора Тора. Квора Тора, когда человек относится к Торе с должным уважением. И посчитаем. О. Об этом у нас есть в нашей главе слова, что выходит глаз из горы Синай, с горы Хорев, и говорит: «Ой, лем лебрио и смальбой нашел тойру». «Ой, плохо людям, от чего? От принижения Тора». Принижения Тора. И реально сейчас, давайте просто поймем. Я же не говорю перед Кнессетом и перед всеми этими людьми, которые занимаются этим, говорю сейчас с вами. Люди, которые учатся и соблюдают Тору, надо понять, что есть вещь у нас внутри нас. Нам надо себя оградить от этого яда. А яд этот просто подорвать нашу веру в Тору Всевышнего, подорвать нашу веру в слова мудрецов, подорвать нашу веру во все, так сказать, слова и Раши, и Рамбана, и всех комментаторов, и мудрецов Мишны и Талмуда. Что все благословения нашего развития зависят от изучения Торы, а отход от этого изучения, это причина всех катастроф. Я сейчас буквально процитировал слова Раши из главы Бахукатай в книге Вайкра. Раши говорит, что все брахот, их источник, от того, что и Бахукойся Телеху, если будете буквально по моим законам будете идти, Раши объясняет, им тью амейлим батойру. Если будете трудиться над Торой, это причина всех благословений. И если не будете трудиться над Торой, амалимба Тора, то это причина всех падений до отхода полного Тора. Что такое амалимба Тора? Что такое трудиться над Торой? Это есть ишивот. Это есть ишивот. Многие, знаете, они не против, чтобы, я знаю, всевозможные люди учили дафа и йоми. Ежедневно лист гморы, час в день. Это не очень для них страшно. Что не страшно? Объясню почему. Потому что это не тот уровень изучения Торы. Корень брахот – это имтию аммейлим батойр. Если будем трудиться с Торой, как подобает, что как подобает, объясню. Тора, которая нравится Всевышнему, это величайшая божественная мудрость. Она требует абсолютно самоотдачи и тяжких трудов, и физических, и умственных, постичь глубину божественного разума. Тор это раскрытие в этом мире божественного разума. Тот, кто думает, что эти вещи можно постичь, рассказать наш великий Талмуд, знаете, это... Сейчас некоторые гои начали понимать величие Талмуда. Сейчас была история, которая, помните, которую рассказывал уже здесь, в Корее, в Южной. Перевели Талмуд на корейский язык. Почему? Весь? Да, весь, я не знаю, это не важно. Там нет евреев. Там нет евреев. Потому что корейские ученые решили расследовать, откуда происходит источник успеха евреев во всех науках и всем прочем. И они пришли к выводу, это многовековое изучение Талмуда. И поэтому решили сказать, тоже украсть что-то у евреев. Перевели Талмуда на корейский, чтобы они тоже чему-то научились. Это была недавно делегация. Корейцы приехали, Сецпред Ишатпонович. Почему? Место, где учат Талмуд. Они что-то поняли, что живительная сила нашего народа происходит из Талмуда.
Талмуд, слово Талмуд. Мы эти вещи не новые. Если мы немножко копнемся дальше, то есть в многих изданиях старых Талмуда странные такие фразы. Шас ломар. Что такое шас ломар? Объясню. Шас, инквизиция, вообще христианская церковь, ненавидела слово Талмуд. Поэтому его запрещали, называлось гмара, и называлось шас. Но они просто даже слово Талмуд не терпели. И они абсолютно правы. Почему? Потому что Талмуд – это не книга. Талмуд – это когда евреи учатся, копаются, углубиться, понять слова Тор. Есть Амилут Батура. Это слово Талмуд. И это они прекрасно понимали, где-то своими, так сказать, затубленными головами, что вот в этом вот труде над Торой заложена сила нашего народа. Поэтому, знаете, инквизиция и христианская церковь, это не было секция ВКБ, когда искали просто религию абсолютно. Они, допустим, не запрещали не учить Хумыш и не учить Мишну. Они запрещали Талмуд и сжигали его. Почему? Потому что в этом находится секрет живительной силы еврейского народа. И там, где удалось этого добиться, в местах, где видите, сожгли Талмуд, там еврейская жизнь пошла на нет. Италия была в прошлые годы была величайшей страной Торы. Как только после того, как сожгли Талмуд, после Рабхаля, по-моему, то Италия, как еврейская, как место великой еврейской мудрости, сошла на нет. Сошла на нет в Италии. О, и тут то же самое. Знаете, есть в этом мире святая святых. Кодыш и Кодышин. Это Ишивот. Это Ишивот это Кололь. И вот последнее, это то, что буквально восстановило заново еврейскую жизнь. И то, что строит заново еврейскую жизнь. И это та живительная сила, которая живет весь наш народ, каждый по-своему. И вот этот центр еврейской жизни, это сердце еврейской жизни, туда намечены сейчас все стрелы дурного начала. Это касается многих вещей. С одной стороны, касается прорваться туда внутрь с интернетом, с другими мерзостями, как айфоны и так далее. То есть, короче говоря, что та ограда, которая есть у Торы, от внешних, от потопов, мерзости во всем мире, чтобы ее, так сказать, разрушить ее. Есть другая насильная мобилизация. Есть еще одна, то, что говорили сегодня. Это принизить почет Торы в лицах всего народа. Понимаете, человек не любит заниматься тем, что принижено. Но человек ищет что-то естественное, что-то... Он любит, понимаете, человек по своей природе очень любит, что называется, кого-то. И эта вещь не ложная в целом. Что, помните, Тора называется кавод. Кавод – это человеческая душа называется кавод. Это вещь очень истинная, кавод, если, конечно, правильно воспринимают. И человек везде настолстан для того, чтобы у него был кавод. Кажется, что Рамы Шапир – это очень такое непростое замечание. Если человека забрать последнюю крупицу кавода, то он умрет, он не может от этого жить. Хотя бы крупица кавода ему необходима. Так вот, насколько настроено зло, это поразить, уничтожить, спустить буквально в прах, это уважение, почитание Торы, который всегда был нашего народа. То есть, еще я помню, то есть, в основе это свойственно было во многом нашим братьям из восточных стран, которые всегда было видно было у них, чувствовал, даже у них самых простых, это почитание и уважение к Торе. Сейчас что происходит? Есть понятие «шевьон бенетель». То есть, извините выражение, что означает «Тор» – это ноль. Это ноль. Ноль. Это страшнейшее преступление, все эти разговоры об этом. Потому что это значит нивелировать, уничтожить все то, что не к Торе, которое внес наш народ с предыдущих поколений, то, что сказано в Масехет Мегилла, например, что кавода Тора,
даже одного человека, он более важен, чем изучение Торы. Квода Тора. Потому что когда есть квода Тора, так люди хотят ее заниматься, люди ищут ее, они внимают ей, они хотят быть мудрецами Торы. Когда нет квода Тора, то кроме действительно избранных, которые еще сохранили в себе этот квода Тора, то народ ищет место, где ему будет кавод, уважение, почитание. И я думаю, что всем нам надо, понимаете, нам надо знать эту вещь, что всегда фронт войны, он ходит внутри нас самих. И что можно с этим сделать? Нам надо побудить в себе и прислушаться к тем словам Торы, которые говорят нам о Квода Тора, чтобы мы действительно изнутри, ощущали и понимали, и видели важность, Торы, и работали над этим. Одно из проблем, то, безусловно, это постоянная учеба. Когда человек дает возможность действительно войти в царскую сокровищницу и брать туда драгоценности, и он этого не делает, это просто это презрение к царской сокровищнице. Это презрение к этому. Вот есть такое понятие «два рашем база». Он произвел слово Всевышнего. Что значит произвел слово Всевышнего? Кто-то может учиться, а не учиться. Одно из объяснений, то есть много объяснений. Одно из них – это что народ учится, а не учится. И тут, безусловно, всем нам, я говорю сейчас, в первую очередь, про себя, нам есть где усиляться. И если мы усилим свой себя максимально, если у нас будет действительно внутри, значит, квада Тора, есть у нас надежда, что так все-таки мы имеем дело сейчас с нашими заблудшими братьями. Большинство из них, безусловно, они не злонамеренные преступники, то они просто есть там некоторая группа мерзавцев, которая этот яд распространяет, и просто их слышат, и то, что это впитывается. Если мы усилим себя квода Тора во всех отношениях, то есть шансы, что это истинное отношение к Торе, которое Тора нас обязывает к этому, это станет достоянием не только нас, но и тех, кто нас окружает, и всего нашего народа. Ходыш тов, кол тов.